приветствую на канале. Как вы видите, мотоцикл полностью собран. Это значит, что сегодня заключительная серия по сборке мотоцикла. Всем приятного просмотра. Погнали. Трет тросик, видите? Поэтому я натянул сюда кусочек трубки. Ну и эта проблема отпала. Зафиксирую опять же изолентой с двух сторон. И все будет. Также решил вот эту проблему, видите? Тросик теперь не задевает, а то вот он царапал крыло вот такой вот резиновой лентой. Зафиксировал его. И все хорошо ходит, и выжим тоже легкий, хороший, без всяких проблем. С этой стороны выглядит вот так. Фильтр я мою обычным моющим средством, что и посуду. Дальше его просушиваю. Ну и вот что из этого получается. Ну а дальше пропиткой. Пропитывать можно любым маслом, можно и трансмиссионным. Оно густоватое. Пропитка эта нужна для того, чтобы улавливать мелкодисперсную пыль. Вот и все, в принципе. Я использую вот такой вот баллон. Полгода я уже мотоцикл не заводил. Как заглушил его тогда в конце октября, так он у меня и стоял. Поэтому сейчас у меня аккумулятор на зарядке чуть-чуть. В принципе, заряда он взял немного, буквально минут 20 на 2 ампера ставил. Вот что в итоге получилось. Вот таким образом я проложил. Этот узел доработал вот так. Вот эта вот резинка сделана из подвеса выхлопной системы Opel Corsa C. Шланг теперь здесь перегибаться не будет, никак в родном месте. И крыло то же самое здесь стачиваться не будет. То есть все. Надеюсь, что будет все хорошо. Здесь сейчас еще, возможно, силиконовой смазкой пробрызгаю, и все будет четко. Так, в принципе, сейчас все поворачивается, ничего нигде не задевает. В баке присутствует грязь. Нужно будет сейчас слить бензин весь старый, ну и залить нового. Обновил немного натяжные самодельные уголки. Бензин слил, бак прополоскал. Сеточка, видите, тоже чистая. Ну и, в принципе, заливаю сейчас топливо. Вон у меня пятюня есть. Литра 4, наверное. Сделал самодельный болт за место вот этого. Он на 6 миллиметров длиннее, потому что этого болта не хватает. Постоянно нужно нажимать все время. Но этот вот хорошо подходит. Сейчас с резьбовым фиксатором я его закручу. В карбюраторе еще до сих пор старый бензин. Езжу только на 92-м топливе. Немного доработаю ножку. Видите, да? Многие из вас пишут, что ножка чиркает по маятнику. Вот, так вот, в чем здесь проблема? Вот в этом месте я сейчас капну сваркой, миллиметра 3 сделаю бугорок, и тем самым, смотрите, ножка, она будет уже вот в таком положении. Видите?
а не в таком. Видите, да, сделал вот такой вот бугорок. Ну и все, вот он упирается, и ножка уже располагается дальше от маятника. Пора доставать цепь. Видите, сколько грязи. Пролежала она месяца полтора у меня в солярке. Цепь подготовлена к установке. Делал я прошлый год, видите, крепление под камеру, под регистратор. Вот, снимал сзади планы. Кто смотрел мои мотопробеги в лесах, тот видел эти кадры, какие были. То есть, как бы отверстия, они тут все подходят. Вот. В общем, сейчас я это все дело переделаю. 3 часа подгонки, и сделал я себе вот такой вот хвост металлический. Он легкий, толщина 2 металла. В общем, на него сейчас буду ставить стоп-сигналы, поворотники, ну и будет номер. Почему я не ставлю родной хвост? Да потому что, смотрите, сколько здесь полостей. Вы представляете, сколько здесь будет грязи? Эта грязь налипнет, ну и через некоторое количество километров он просто сломается, его оторвет и все. Это уже пройдено все мной, на Ирбисе еще. Я знаю, как ломаются эти хвосты все. Мне вот не нравится вот это вот все лишнее, громоздкое, длинное. Все выкрашено. Краска высохла полностью. Сейчас собираю хвост. Когда я делал этот хвост, я как бы на глаз все делал практически. Поэтому я и не снимал, где, откуда, сколько сантиметров я отпустил, в общем. Поэтому вот как-то так вот получилось. Я считаю, что неплохо. Да, он, конечно, получился тяжелее, чем родной хвост. Наверное, в 2,5 раза. Вот эти вот 3 болта я сажал, как всегда, на фиксатор резьбовой. Ну и смотрите, что я сделал вот здесь. Я как бы сделал совсем минимальный зазор. То есть тут вообще ничего нет. То есть стопарь, он как раз вровень к крылу прямо подходит. На родном же хвосте здесь есть зазор. Довольно большой. Ну, а я решил сделать это вот так. Получил посылку сегодня. Вот такие упорные ступичные втулки мне изготовил Дмитрий. Дим, огромная тебе благодарность. Ну и сразу по размерам давайте пройдемся. Внутренний у всех одинаковый, наружный диаметр тоже. Вот первая втулка, длина вот такая. Вторая втулка. Третья. Ну и четвертая. И вот эта маленькая втулка, оставил я ее старую, ни к чему ее тут точить новую. Она вот сюда вставляется, между кронштейном тормозного суппорта, как раз вот сюда встает. Ось всегда смазываю. Ну и оставшиеся 2 втулки на переднее колесо. Для тех, кто спрашивал, удобная ли подставка, очень удобная. Она у меня пригождается не только вот с мотоциклами, но и с авторемонтами, и не только. Можно свободно вертеть на ней, передвигать вообще без проблем.
Замок по ходу ставится. Вы спрашивали, как я проверяю натяжку цепи. Так вот, верхняя часть слайдера, середина, поднимает цепочку, и у меня тут как раз два пальца влазит. Все, на мой взгляд, этого достаточно. И также вы у меня спрашивали, ровно ли у меня стоит поддерживающий ролик цепи. Вот он как бы установлен ровно по центру, видите сами, да? Все хорошо крутится. На первой партии фиксов все было приварено ровно. И потом уже на последующих, видимо, была такая проблема, то что само посадочная, сама ось, она вварена просто криво. И чтобы решить эту проблему, нужно переваривать ось. Смажем цепь, а то некоторые недопоняли из прошлых видео и говорят, что я смазываю цепь ВД-шкой. Нет, ВД-шкой я пробрызгиваю цепочку после мойки, на консервации, когда мотоцикл находится. Раньше я смазывал цепь графитной смазкой, ну а теперь смазывать буду вот такой вот смазочкой. Видите, да? Препятствует налипанию абразива. Это специальная смазка для мотоциклов и квадроциклов именно в грязевых условиях. В общем, смазываем потихоньку. Смотрите, как встали втулки. И с правой стороны. И вот так вот спереди. Дмитрий, огромное тебе спасибо. Втулки просто вообще отличные получились. QR-код тоже будет вот здесь. Вот сейчас увидите слева внизу на Дмитрия. Кто не подписан на мою группу ВКонтакте, рядом ставлю еще один QR-код, заходите, подписывайтесь, там ближайшие как бы срочные новости, которые я опубликовываю, неважно там, может быть о ремонтах, может быть о покатушках и так далее и тому подобное. Кстати, там на стене закреплена запись у меня, Владимир Майоров, так что проходите, кому нужна резина, пожалуйста, заказывайте, это проверенный человек, мы с ним давно знакомы, это мой подписчик еще по роверу 200-му. Мы давно общаемся, поэтому свободно, не боясь, заказывайте. Он вам отправит без всяких проблем. Посмотрим, как будет на ямах он себя вести. Вот. Ну а передок тоже стал жестче. В принципе, подвеска стала отзывчивее, такая упругая и гораздо жестче. Поэтому я думаю, что будет теперь лучше преодолевать какие-то неровности. Но хотя и с родным маслом, которое было залито, если сравнивать с ТТР-кой, которая у меня была, эта подвеска просто небо и земля. Я не сказал, какой у меня вес, а вес у меня 76 килограмм. Давайте, наверное, я вам еще покажу высоту по седлу, потому что думаю, что многие из вас будут теперь спрашивать после замены масла. 91,5 сантиметра. Собственно говоря, вот с этой камеры я и снимал свои покатушки. Вот. Теперь она у меня в печальном состоянии, но она еще как бы все равно записывает. Вот так вот она включается. Когда с этой камеры видосы закидываешь в программу, в монтажную, программа их не воспринимает, приходится их еще кодить, прежде чем скинуть. Ну а звук здесь такой, вот послушайте. Не знаю, что-то с микрофоном или еще чего.
Может, это просто после того, как я по ней проехал двумя колесами. В общем, вот такое дело. Как бы хотелось бы поменять камеру полностью. Ну а все свои видосы, вот видите, я снимаю с Honor, с 20-го. С телефона это, конечно, не совсем удобно делать, но вот все потухло что-то совсем. Ну а также хочется выразить огромную благодарность тем, кто помогает каналу развиваться. Огромное вам спасибо за это. Ну и давайте уже, наверное, запускать. Сначала попробуем так, прямо вот как есть. Зацените номер. Хопа. Все, мотоцикл готов.